Чувашия – один из 10 пилотных регионов по развитию промышленного туризма. Минпромторг России и Агентство стратегических инициатив приглашают к участию все ведущие предприятия республики. Чебоксарская компания «Керамика» уже разработала экскурсионный маршрут. Здесь выпускается полный спектр санитарной керамики для жилых и общественных помещений. Это современное технологичное производство, это более 1200 рабочих мест, это более 2,5 миллионов готовой продукции в год. Для программы «Промышленный туризм» на предприятии разработали специальный маршрут. Гости смогут посмотреть производство от начала до конца. А начинается процесс здесь, на участке ручного литья. Здесь вы можете увидеть два стенда, на каждом из которых имеется 20 гипсовых форм, благодаря которым мы отливаем исключительно подвесные унитазы. Время застывания в каждой гипсовой форме составляет 2 часа. И за все время службы из одной гипсовой формы мы можем отлить до 90 изделий. Но большая часть изделий отливается из пластмассовых форм. Они, кстати, тоже изготавливаются здесь же. Дальше отлитая форма идет на сушку. Причем сначала она 2 часа сушится естественным путем, чтобы не было дефектов и микротрещин. И только потом отправляется в сушильную камеру. Затем идет шлифовка и глазировка. Это физическая составляющая изделий обеспечивает покрытие изделий глазурью. Следующая станция – туннельная печь для обжига. Это, пожалуй, главный пункт процесса. Если останавливается она, останавливается производство. Ее длина 69 метров. Здесь изделие постепенно нагревается, потом также постепенно остывает. Время необходимо, чтобы избежать деформации. После этого этапа изделие попадает на сортировочный конвейер, где наши инспектора проводят оценку качества изделий, выявляют скрытые дефекты, явные дефекты, после чего те изделия, которые были приняты стартовыми, они отправляются на участок упаковки, а те изделия, на которых были выявлены дефекты, они уже попадают на участок лечебного обжига. Здесь и заканчивается экскурсия. Так гости своими глазами могут посмотреть весь процесс производства и убедиться в качестве изделия. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.